Что мы можем сделать для того, чтобы снять напряжение в семье? Мы должны понимать, что женщина – это хранительница очка. То есть вы можете поднять планку своего отношения к самим себе. Вы хранитель очага. Вы человек, который, от которого зависит внутренняя жизнь, жизнь семьи, жизнь внутри этой вселенной, а семья – это вселенная, целая вселенная. От этого зависит, от вас зависит, насколько эта семья будет гармоничной. Потому что если вы находитесь в состоянии тишины и покоя, то все остальное сразу будет поглощено этой тишиной, этим покоем.